38-летний Слава Комиссаренко сменил свой семейный статус. Уже около 2 лет он встречается с девушкой по имени Юлия Шашкова, а весной этого года сделал ей предложение. Комик мало афишировал свои отношения, а об их бракосочетании стало известно из социальных сетей девушки. «Привет, мой муж», – подписала снимки Юлия. Однако потом всплыли неприятные подробности, выяснилось, что она никогда не отличалась скромностью. Работала на веб-камере, удовлетворяя себя на камеру при помощи всяких штучек. Появились сведения, что Юля не брезговала клиентами и в реальности. Примечательно, что жизнь девицы изменилась после прокачки внешности. Похорошев, она начала охоту за состоятельными мужчинами и сама познакомилась с Комиссаренко. Но после для Славы выяснились весьма неприятные подробности. И Комиссаренко пытается вернуть по-всякому свои позиции. Вчера он уже вышел на сцену, дополнив свой репертуар шуточками про себя несчастного. Что и говорить, ситуация так себе. Но пиару способствует, и надо делать деньги, пока горячо. Судя по некоторым высказываниям во время выступления, продолжать отношения с Шашковой юморист не намерен. Женушка, как бы там ни было, тоже получила свою порцию славы. Может, теперь ее ценник на вебке тоже пойдет вверх. А все могло бы быть иначе. С подачи Комиссаренко Юля даже пыталась стать бизнес-вумен и открыла интернет-магазин одежды. Начала торговать толстовками с очень странным дизайном. Теперь этот слоган «приопрятную и свежую» стал активно использоваться доброжелателями Шашковой для украшения ее же фото. В сети уже появились кадры из приватов жены Комиссарова без цензуры. Однако по понятным причинам здесь выложить я это не могу. Так что ловите эту. Хотя опрятное и чистое здесь явно не про нее.